подгорной части Тобольска на реке Абрамовской устанавливают перекачивающую станцию. По завершении работ нижний посад будет защищен от подтопления. Именно здесь находится множество дореволюционных построек. В их числе несколько православных церквей и базарная площадь, которую реставрировали в 2020 году. Установку станции должны закончить максимум через 2 недели. Нужно успеть до паводка. Работы, конечно, сейчас начали осложняться потайкой снега, что дает приход воды в нижние отметки при работах в котлованах и так далее. С началом ледохода мы должны закончить все земляные работы, укрепление откосных частей дна водоотводящего канала, русла реки. Перекачивающая станция – это лишь часть масштабного проекта по водопонижению в нижней части Тобольска. Завершить все работы планируется в следующем году.